У этих ребят еще нет больших забот, и на первый взгляд им еще не о чем и некому писать письма. Но это не совсем так. Почтальоны часто приносят корреспонденцию с таким примерно адресом: ученицы, которая сидит на третьей парте. Привет из Маргеланга. Здравствуй, незнакомая подружка. Я желаю с тобой переписываться. Напиши, как ты учишься. Я учусь хорошо. Как тебя звать? Меня зовут Мария. У нас погода теплая. Какая у вас погода? А пока до свидания. Жду скорого ответа, как соловей лето. Школьники только недавно научились писать, но они уже хотят завязать связи с миром. Вот отправлено первое в жизни письмо. А сколько еще их будет? И может быть с неточными, запутанными адресами. Но письма найдут своего адресата. Связь между людьми не должна прерываться. Мы доверяем почте свои радости и горести, воспоминания и надежды.